Всем привет, мои дорогие подписчики! Рада приветствовать вас на моем канале. Меня очень радуют ваши лайки, подписки и комментарии. Вы у меня самые-самые лучшие. Сегодня, по вашим просьбам, мы лепим кицуне и цербируса. Мои дорогие друзья, я хочу дать рекомендации тем ребятам, которые лепят или хотят лепить вместе со мной. Леплю я из легкого пластилина. Если вы нашли у себя такой пластилин, это хорошо. А если не нашли, то это не проблема. Лепить вы можете из любого пластилина, глины, даже из кондитерской мастики. Начинаем кицуне с головы. Вылепливаем заготовку. Цвет мы взяли персиковый. Его мы получим путем смешивания белого с оранжевым пластилином. Делаем ушки в форме листика. Переходим к формированию тела. Тело выглядит очень аккуратно. Выделяем заднюю часть. Крепим маленькие лапки, на которые наденем оранжевые носочки. Теперь переходим к передним лапкам. Они должны быть на уровне задних, чтобы кицуне стояла уверенно и не падала. На передние лапки тоже надеваем оранжевые носочки.
а седьмой хвост – средний, он длиннее всех. Цвет хвостов также персиковый с оранжевыми кончиками. Кицуне – это лисичка. Ей нужен богатый добротный воротник. Он будет оранжевого цвета. И также ножом сделаем имитацию шерсти. Теперь дополним ушки, сделаем внутреннюю часть уха. Это листочки оранжевого цвета. Теперь на лобик нашему питомцу сделаем узорчики. Приступаем к завершению мордочки. Крепим нос в форме треугольника. Большие круглые глазки и хитрые реснички на них. Вот и готов лисий взгляд. Завершаем кицуне бликами в глазах. Ребята, не забывайте про блики. Это, казалось бы, маленькая деталь, но она дает потрясающий эффект в результате. Теперь приступаем к Церберусу. Он, как известно, трехголовый. Начинаем с заготовок голов. Они все серого цвета. На них по бокам делаем имитацию шерсти с помощью ножа. Верхняя часть голов черного цвета. Теперь каждой голове делаем ушки.
Следующий этап – это прилепить все носики в форме треугольников и круглые глазки. Чтобы Церберус выглядел милее, сделаем ему блики в глазах. Переходим к телу. Оно небольшое. Это обычное тело, как у собачки. Переднюю часть тела украсим красивой пушистой шерстью. Нижняя часть шерсти белая, она относительно большая и закрывает всю грудь нашего питомца. А верхнюю часть шерсти сделаем серого цвета. Теперь к телу крепим головы и делаем лапы. Это обычные лапы с черными носочками.
Как вы думаете, чего не хватает Церберусу? Я думаю, многие догадались. Это язычки. Их мы сделаем нежно-розового цвета. Ребята, кто из питомцев вам больше всего понравился? Пишите в комментариях, и кого бы вы хотели видеть в следующих видео. Вот Томику сегодня больше понравился Церберус. Дорогие мои, это последнее видео уходящего года. Я желаю вам исполнения ваших желаний, здоровья, добра и, конечно же, творческих успехов. Не забывайте порадовать меня подписками, лайками и комментариями. До встречи в новом году, мои хорошие!